На скамье подсудимых Одинцовского городского суда Ибадулаев Мамурбек Бахадира Угли, 1996 года рождения. Уроженец Узбекистана обвиняется в незаконном сбытии наркотических средств. 24 августа 2023 года Одинцовским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Узбекистан Ибадулаева Мамурбека Бахадира Угли. Он признан виновным в совершении незаконного оборота наркотических средств, а именно героина, который он распространял на территории Московской области. Сотрудники правоохранительных органов вели в отношении подозреваемого оперативно-розыскные мероприятия. Преступника задержали в момент закладки наркотических средств в районе дома номер 7 по улице Вокзальной. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В соответствии с статьей 58 УК РФ прошу назначить подсудимого отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании изложенного прошу признать Ибадулаева Мамурбека Бахадира Угли виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом Г части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».